Вокруг вывоза мусора в нашем городе один скандал за другим. На свое усмотрение, ни с кем не посоветовавшись и не поставив людей в известность, управляющие компании убрали мусорные контейнеры с контейнерных площадок. Анапчане выносят мусор в привычные места. Мэр Анапы Сергей Сергеев возмущен ситуацией в целом. Сегодня я вижу мусорные пакеты. Рядом с одним контейнером, где стояло 4, мы идем в СИЗО. Мы что хотим? Превратить мусорную свалку в угоду кому-то? Придите, скажите, Сергей Павлович, вот расчет, вот 5 пятиэтажных домов, которые 4 контейнера заполняли, вот их оплата, которая поступает, и вот количество кубометров мусора, которое мы вывозим, никак не бьется. Мы доплатим из бюджета, в конце концов, если это будет обосновано. В районе Малосемеек на улице Лермонтова убрали контейнеры с площадки. До этого стояло 4 контейнера для мусора. Жильцы многоэтажек жаловались. Контейнеры все время были переполнены, а на самой площадке был мусор. 4 контейнеров для всего мусора не хватало. Удивительно, но когда убрали контейнеры, стало чище. Привозят посторонние даже, неизвестно какие машины сюда складируют. Привозят много мусора, приносят. Вот. Кооперативный дом, вот я же вам объяснила, мужчина шел, я говорю, вы же мимо идете контейнера, чего вы в наш несете? А он говорит, не все равно куда ложить. Ну, там крышку поднимать. А там, да, здесь не надо. Вот. А так вообще стало хорошо, более вывозят регулярно, вот все, видите, чистенько у нас все, все три дома там. В микрорайоне на улице Крылова мусор вывозят по графику. Когда спецтехника выходит из строя, работники предприятия чистят площадку вручную. 2 раза в день. Просто машина сейчас поломана. С боковой погрузкой. Во дворе у коммунальщика тоже на первый взгляд порядок. На каждый дом контейнер один. И на 5 подъездов, и на 3. Контейнер для мусора ставят по норме. Один для всех жильцов дома. Да это вообще ни о чем. А раньше было? Ну, 3 стояло. Вот здесь вот. 3. Ну, на все ваши дома. Да. Дома. Да. Вот и плюс прилегающая площадь, куда крупный мусор. А сейчас как бы все сваливают. Ладно. И рядом с контейнерами крупный кладут? Да. А куда его? Что же надо кладывать? Я смотрю, вот этот дом, вот у них не видно контейнера. Судя по всему, они все в наш складывают. Поэтому... проходит мимо и закидывают. К обеду контейнеры полностью заполнены. Чего ожидать летом, когда людей в городе станет в сотни раз больше? Мусор станут выбрасывать на газоны, оставлять пакеты у тротуаров и рядом с урнами. Такой выход из ситуации нашли анапчане, проживающие в домах по улице Тургенева. Мусорные площадки завалены. Жители микрорайона за 50 лет привыкли выбрасывать мусор в контейнеры на этой площадке. Сейчас площадки нет. Потребность выбрасывать мусор не исчезла. Кто сегодня виноват в проблеме с вывозом мусора и что делать дальше? Специалисты управления ЖКХ разбираются и пытаются найти решение. Напомним, до начала сезона осталось 94 дня. Время на решение проблемы пока еще есть, если начать заниматься сегодня. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа регион.